Лара, в последнее время очень много информации, становится неясно, какие из достижений можно считать главными. Что из достигнутого, скажем, за год, на ваш взгляд, наиболее важно? Ну, понимаете, самое главное, я бы не стал выделять, все важно. Как вот в анекдоте, когда там органы там, у зверей заспорили, кто самый важный, самый главный. Мозг, который там думает, принимает решения, или сердце, которое бьется, качает кровь, или там почки, которые там удаляют шлаки, или печень, которая там вырабатывает кровь и тоже очищает, или кишечник, который, ну, тоже выполнял свою очень важную функцию. Но оказалось, что самого главного органа нет. Любой орган главный, потому что если его исключить из организма, организм умрет. Нет главного, все главное, все важно. Поэтому у нас все достижения главные, все они важны. И мы действительно за последние годы очень много сделали. И мы не делали каких-то незначимых вещей. Все незначимы. Потому что мы совершенствуем. То есть важно же не просто получить какой-то результат, а двигаться все время дальше, вперед, вперед, вперед. Иначе мы никогда не выйдем на рынок, потому что раньше нас выйдут другие, подсмотрев то, что мы делаем. Поэтому мы все время должны опережать, опережать, опережать. И мы вот основные усилия сейчас на это направлены, чтобы выйти на рынок с самым последним результатом, с самым последним продуктом. И вот эти все годы испытания, мы многие вещи же мы не рассказываем, не показываем, идет совершенствование путевой структуры, совершенствование юнибусов, совершенствование системы управления автоматизированной. Идет совершенствование, но примерно такого же плана, как, допустим, было совершенствование, когда первые мобильные телефоны были с большой трубкой, там, даже с проводом, там какой-то чемодан был, аккумулятор, то, естественно, это показало, что мобильная связь возможна, что это все работает, но надо выходить на рынок с некоторыми улучшениями, да? А не вот прямо в один в один, да? Потому что это, образно говоря, ну, был прототип, а вообще-то есть еще рыночные понятия продукт. Поэтому мы прототипы показываем. И будем дальше показывать, потому что всегда надо начинать с прототипа. Но параллельно, что тоже идет тиши, мы особо это не афишируем, мы разрабатываем уже рыночный продукт, который существенно отличается от того, чем является прототип. Потому что одно дело сделать, допустим, я не знаю, в сарае из того, что есть из деталей, там, узлов и так далее, собрать новый автомобиль, это не проблема, которая даже покажет свои, ну, нормальные характеристики. Да? Купив где-то колеса, купив там двигатель, раму, сделав сам, там еще там купив тормоза, там, ну и другие узлы, детали, их там автомобили тысячи, можно собрать новый автомобиль. Но это не значит, что вы с этим автомобилем выйдете на рынок. Чтобы он стал рыночным продуктом и потом, естественно, вышел в серию, его надо существенно переработать для массового производства. И он будет совсем уже другим, этот автомобиль. Так вот, чтобы его переработать в рыночный продукт, вот прототип, ну, компании тратят автомобилестроительные, ну, порядка миллиарда долларов, чтобы это понимать. А мы это делаем и не говорим, дайте нам деньги дополнительно. Мы по-другому, но мы это делаем. А вот для того, чтобы, допустим, сделать прототип, проработать самолет, я недавно там прочитал статью про программные продукты, которые всего лишь улучшают расчеты, ускоряют по аэродинамике крыла. Потому что без хорошей аэродинамики крыла, ну, самолет хорошим не получится, потому что это же главное, крылья в самолете, да? И этим занимаются уже, ну, по крайней мере,
вот братьев Райт уже больше 100 лет, уже почти 120 лет, да? То есть, казалось бы, это все всем известно, это все как бы пройдено, но нет. И, кажется, там тоже есть проблемы, как правильно считать. И, допустим, тоже ординарка крыла могут считать 2-3 года, чтобы правильно ее оптимизировать. И вот создают продукт, который ускоряет, допустим, эти работы. Так вот, чтобы этот продукт сделать, надо сделать, затратить порядка 100 миллионов долларов. Всего лишь. Потому что, ну, сложная техника, она сопряжена, вот ее производство, там, проектирование, изготовление с большими затратами. Не важно что, это телефон, сюда, чтобы его сделать, его миллиарды долларов вложен. Фотоаппарат, не важно что, самолет, автомобиль. Это кажется, что взял и сделал, потратив там 3 копейки. Нет, это не так. Да? Поэтому многие удивляются, как нам, как мне удается вот такие сложные вещи делать так быстро, за малые деньги и в такие короткие сроки. Так вот же, чтобы потом самолет довести до серии, провести летные испытания, сертифицировать и выйти на рынок, еще вкладывается 8-10 миллиардов долларов. Не верите, можете погуглить, и Google в помощь, он все это покажет. Или погуглите, как, сколько надо вложить в автомобиль, просто в автомобиль, чтобы он потом продавался и стоял в салонах, в магазинах. Минимум миллиард долларов. Минимум. А то, что сделано в сарае на коленке, такой автомобиль никто не купит. Вот ездит только тот, кто его сделал. Он может ездить. Но мы же делаем не для того, чтобы самим тут кататься и показывать нашим инвесторам. Это часть, которая, ну, необходима. Часть. Но мы делаем не только для этого. Это чтобы отчитаться перед инвесторами, что вот куда ваши деньги уходят. И мы их очень эффективно расходуем. И очень правильно все делаем. Видите, все работает. Но заказчик и покупатель, он должен видеть и другое, а не только это. Он должен видеть, а есть ли у нас производство, которое способно выпускать эти машины, хотя бы мелкой серии. Потому что в сарае ты не сделаешь мелкую серию, а прототип можно сделать. Поэтому у нас и станочный парк сейчас серьезный. Поэтому мы расширяем производство, у нас уже не один цех. Да без этого нельзя, у нас никто ничего не купит без этого. Поэтому у нас уже 1000 инженеров, инженерный персонал почти 1000 человек только, да? Без команды, если не будет команды инженерной, без которого не сделаем ни один проект, потому что спроектировать объект протяженностью сотни километров, я не беру даже тысячи, сотни километров, спроектировать всю инфраструктуру, сделать к этому проекту уже то, что пойдет в серию, подвижной состав, и проработать все, и тоже сертифицировать до мельчайших там деталей, узлов, там и стрелочные переводы. И как мы вообще будем запитываться в электросети? И какая у нас контактная сеть, и как она будет функционировать, и какая будет связь, насколько она безопасна и так далее. И как будет работать диспетчерская, которая тоже должна работать в автоматическом режиме. Это автоматический диспетчер должен быть, да? И много-много-много еще там очень важных элементов. Это же мы же комплекс делаем, это же отраслевой комплекс фактически, да? Если взять вот отдельный элемент, как я вот сказал про расчетов, по расчетам по аэродинамике, это маленький элемент того, чтобы создать самолет. Так на него тратится сотни миллионов долларов. Так вот если бы кто-то взялся, допустим, делать то, что мы делаем, маленькую часть, допустим. Допустим, аэродинамику высокоскоростного юнибуса, заказали бы кому-то. Ну, я думаю, на это ушло бы, наверное, 5 лет. И не факт, что они получат нужный нам результат. И нам надо было заплатить им 100 000 000 долларов, а то и 200. Дизайн автомобиля, можно заказать дизайнерам там, итальянским, стоит там 80-90 миллионов евро. Только дизайн.
И это касается всего, там тормозная система, неважно какого, салон, допустим, как сделать в Юнибусе. Или как сделать ходовую часть у Юниконта. И даже вот взять колесную пару. Вот, ну, имею в виду даже не пару, а контакт. Колесо, рельс. Казалось бы, ну что тут, уже все известно. Уже железные дороги там с начала там 19 века уже работает, да? Ну, уже 200 лет, так, железным дорогам. Уже там все известно. Но это не так. Колесную пару, колесо, гребень до сих пор совершенствуют. До сих пор. Улучшают, улучшают, улучшают. И на это тратятся колоссальные деньги. И когда мы стали вот изучать уже высокоскоростное движение и гиперскоростное движение, естественно, это опирается на знания, которые получены в смежных отраслях, это в данном случае железнодорожная отрасль, потому что у нас стальное колесо, стальной рельс, и у них стальное колесо и стальной рельс, то даже у них результаты отличаются на порядок. Казалось бы, вот есть Синкансен, это высокоскоростные железные дороги японские. Ну, где тоже порядка 500 км в час получает скорость. И ты живи, это французская разработка, где тоже даже больше, там, 600 км в час получили рекорд, да? И мы стали изучать их данные по работе колеса с рельсом, как они взаимодействуют. И потом эти данные перенесли, в том числе формулы, там, зависимости расчетные, на проектирование нашего высокоскоростного подвижного состава, в том числе гиперскоростного, где скорость 1200 км в час. И вот, подставив исходные данные в уравнение, которое есть у TGV, и потом эти же данные, подставив в уравнение, которое есть в Синкансене, мы получили в 11 раз отличный результат. В 11 раз. То есть по одним данным, а они создавали эти данные десятилетиями, расчетные схемы, испытания, исследования. У нас, нам нужен на соблюдение качения колеса при гипервысоких скоростях 1100 киловатт, 10-местная машина. А по другим данным, вот это уже ты живи, 100 киловатт. Понимаете разницу? Вот поставить на высокоскоростной Юнибус или гиперскоростной двигатель мощностью 1100 кВт или 100 кВт, наверное, есть большая разница. Две большие разницы. Так кому верить? Кому верить? Потому что одни опираются на одно, другие опираются на другое. Поэтому как нам без исследований можно вот этот вопрос изучить? Без испытаний, без создания аналитики, без создание группы, которая будет заниматься только этим вопросом. Как мы можем создать хороший высокоскоростной транспорт или гиперскоростной? И эти исследования не на день, не на месяц, не на год. И они должны сопровождать эту технологию все время. Вот будет существовать технология 200 лет, и 200 лет надо сопровождать, совершенствовать. Это просто как пример. Надо рассматривать это как жалоба, вот как нам трудно, тяжело. Нет, это просто констатация фактов. Чтобы понимали, что мы делаем очень важную, сложную, серьезную работу. Мы не школьники, не студенты, которые что-то делают на коленке, лишь бы поехало. Мы создаем новую отрасль и создаем ее правильно. We'll be right back.
Global Star Club. Возможности безграничны.